которые толпа нас двоих. И замечу, эта толпа состоит... Ты из чудовищ. Закончил, Расмин? Да. А теперь заткнись, пожалуйста. Расслабься. Thank you.
Скажи, ты до этого уже кашляла кровью? Может, объяснишь? Такой кашель вызывает нечто под названием плага. Короче, вы видели тех людей, да? Вот внутри тебя такая же штука. Именно из-за нее они стали такими. Эти симптомы, которые у тебя проявились, лишь только начало. Я не хочу стать такой. Но все не так страшно. Пока что этого паразита, плагу, еще возможно удалить хирургическим путем. Нужны кое-какие знания, видите? И оборудование. Так ты тоже? Не бойтесь, у Луиса есть план. Но без доверия никак. Класс, значит, решено. И почему ты... Вопросы подождут, у нас мало времени. Почему ты решил помочь? Мне от этого легче, скажем так. Ладно, до связи. Привет! Сиги есть? Да, твои любимые. Где янтарь? К сожалению, он у меня не с собой. И ты должна сказать, какой... Я все-таки молодец. Ухитрился спрятать его прямо перед тем, как меня сцапали. И поэтому... Я все еще жив! Мне помнится. Мы должны были вытащить тебя в обмен на янтарь. Нет янтаря, нет защиты, Луис. Какая ты все-таки зануда, Ада. Ну ладно. Сейчас схожу за ним. Мне как раз нужно достать еще кое-что. Это гнездо. Плохие новости, Кондор-1. Погода нелетная, поэтому вертолет до вас не доберется. Подождешь, пока буря пройдет? Нет, слишком опасно. Попробуем найти безопасное место. Мне жаль, но здесь я бессильна. Не волнуйся, если будет надо, доберемся вплавь. Кондор-1, конец связи. Идем. Что? Что со мной теперь будет? Для начала, давай просто выберемся отсюда. Да, ладно. У меня есть новинки, чужак. Тебе понравится.
Ну, только привет. В продаже есть очень редкие вещи, чужак. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихвой. Итак, чем я могу тебе помочь? Готов купить почти все. Славная сделка. Хе-хе-хе. Спасибо. Славная сделка. Хе-хе-хе. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Ничего не приглянулось, чужак. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Приходи. Привет. Я продаю много отличных товаров, чужак. Все, что есть перед тобой. Информация в наши дни тоже товар. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь. Итак, ты только там не убейся.
У нас гости. Идем дальше. Не шуми. Ясно? Ладно. Я постараюсь. Идем на пролом. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Плёвый, ты только там не убейся. У нас гости. Идем дальше. Не шуми. Ясно? Ладно. Я постараюсь. Идем на пролом. Идем дальше. Не шуми. Ясно? Ладно. Я... Идем на пролом. Леон!
Как ты? Все в норме, спасибо. Я иду к себе. Не за что. Я тебя вытащу. Дойдешь? Ага, наверное.
А тут тихо. Что ж, осмотримся. Туда. Что? Сейчас.
дамы, я польщен. Но все-таки я одна ли. Подарочек. Дамы, я польщен, но все-таки я однолюб. Ты не в моем вкусе.
Дамы, я польщен. Но все-таки я однолюд. Ты не в моем вкусе. Дамы, я польщен, но все-таки я однолюд. Дамы, я польщен, но все-таки я однолюд. Чувствуешь боль?
цела? Да, все в порядке. Вроде бы. Ты молодчина. Умеешь сбегать от стрёмных мужиков. Это у тебя комплименты такие? Ладно, идем. Идем. Паникуй! Отсюда не сбежать.
Слушай, он ищет тебя. Если снова его встретим, беги. А как же ты? Ты делаешь, что должен. Привет, чужак. Привет. Итак, чем я могу тебе помочь? Гарантирую, эти деньги... Как хочешь.